А еще смотрите сюда. Просто за краешек губы. Как я ее поймал. И в итоге, да, вот смотрите. Второй крючок оторвался. И как мне повезло, что я сегодня перевязал поводок. И я связал из двойной плетенки 0,18, по-моему. То есть 0,36 плетенка поводок. А второй был из лески. Ну, такая тоже там под 0,5 леска. Но из-за того, что этот поводок был плетенка, а этот леска, он оторвался. А этот за краешек губы. Просто за самый краешек.